Oh, Bentley. То есть они уже тогда необычно красили машину. По-моему, Волга, да, там? Это? А, это Шевроле. Похоже на этот. Победа. Да. Не, не на победу, на как он назывался? Иш? Нет. О, вот это, конечно, фантомная такая тачка прям. Что, можно заходить? You don't like the cars today? Daddy is gonna get you hooked up, by the way. And then he's gonna end up paying lots of money because you're gonna love that stuff. Enjoy the shop. Yeah, thank you. Что? Что там? Не-не-не, держи дедушку за руку. Monster bug. О, вот тоже возле нашего дома стоял. Ага. Только он снял эту. Thank you.
Ни одной русской машины нет. Где это Фиат? Ты что, Крайслер, что ли? Козырек, и он бордюрчики поставил сзади.
Bentley and Mercedes, yeah? What's your coupe? Американцы, видно, все испоганили вон своими размерами сразу. Знаете, вопрос возникает такой, зачем такой багажник всегда нужен был? Вот в чем самый большой вопрос. Газель. Шевроле Газель. Мерседес Газель. Интересно. Какой грустненький. Конкретно предложение есть. Там это у них, да? Не успеем ли мы? Субару? Самбар. Я что, не помещусь даже. Офигеть. Original prototype. Я так понимаю, нет машины, когда не построили. Откуда жабры-то пошли, смотрите, аж с тех лет.
Thank you.
Немецкую машину на Волгу. Сразу видно, у кого с дорогами были проблемы изначально, у кого нет. Все американские, немецкие машины низкие, все наши минимум 30 сантиметров клиренс. Да? Зацените. Посмотрите на вот этот клиренс и на американских машинах клиренс. Я же записал минут 40. Мне кажется, я щелкаю просто так. В пустоту. Я просто поставил на SD-карту, на внешний. Она у меня запоминает. Ой, едой уже попахивает. More
हमारी गाड़ी ना यहाँ ठीक है तो वहीं मिलते हैं अपनी बाकी को जो ओवर كرسي واحد وكرسي خلينا هذول كلهم جابوا بلوهيج طبعا